Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале HiRedReset.info, и сегодня покажу, как на устройстве Vivo S17 сделать сброс настроек камеры. Чтобы на данном устройстве сделать сброс настроек камеры, нам будет нужно перейти в настройки, после чего здесь же, будет нужно перейти в камеру, после чего здесь же перейти в настройки камеры, и здесь перейти в дополнительные настройки в правом верхнем углу. Переходим, нажимаем. И в самом-самом низу данных настроек будет сбросить. Нажимаем сбросить, подтверждаем, подтвердить, и видим, что наши настройки камеры были полностью сброшены. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания.